Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на новое видео. С вами сегодня Костя Олег Кофе, и сегодня у нас будет новый видосик по такой игрушке, как Among Us. Ну что ж, сегодня у нас день предателя. Вы увидите катки исключительно только за импостера. Так что можно поставить себе такой лайк, потому что я знаю, что вы любите, когда мы играем только за предателя. И скажу вам по секрету, мы, возможно, нашли кое-какой крутой мод, который можно будет, в принципе, возможно, запустить. Мы еще не проверяли, но он очень крутой. Вот, так что я надеюсь, у нас получится запустить его, и тогда катки будут еще круче и интереснее. Что за мод, я вам говорить пока не буду, давайте это пока оставим в тайне, но это очень круто. Так что просто ждите, я надеюсь, что скоро у нас получится его запустить, да. Ну что ж, не забывайте подписываться и ставить лайки, все ссылочки находятся в описании под этим роликом. Всем желаю приятного просмотра, приятного аппетита вам, и начинаем, погнали! А это как? С кем я играю? Кто это? Самое. Я не понимаю, в смысле, это как? Это как вообще? Объясните, пожалуйста, как? А кто второй? А это что такое? Скажите, пожалуйста, мне кто-нибудь. Это как? Встаем на задание? Окей, я просто пока на самом деле не понимаю, кто второй предатель, реально. Вот честно, я пока вообще не могу точно сказать, кто второй предатель. Так, давайте пройдем в навигацию, будем выполнять здесь задание. Здесь задание выполняется буквально за 3 секунды, поэтому мы его быстренько выполняем. Давайте теперь выполним задание вот здесь. КамАЗ, все нормуль. Все нормуль. Я закачиваю файлы. Я закачиваю файлы. И убегаю отсюда. И встану теперь с КамАЗиком. Так, ну все, я стою на щитах. Все, здесь задание я выполнил. Давайте встанем вот сюда, выполним задание здесь. Все, здесь задание мы выполнили, можем теперь бежать. Давай, Андрюша, побегаем вместе. Давай побегаем вместе с тобой. Так, у нас рубанули свет, пошлите починим сейчас свет. Тут было глупо, конечно, согласен, ну ладно. О, где? Около медпункта, прямо на входе. Где? Ну, меня где, не где, было. Где Леху выебанным нашли? А, так, смотрите, я сразу могу сказать, что это не Нино, а и... Нино, кто с вами еще? Кто с тобой еще был? Толя. На мусоре КамАЗ. КамАЗ. Внимание, отпадают. КамАЗ, Нино. Андрей. Отпадает. Олег отпадает. А, ну, хайпер. Я думаю, Кирилл тоже отпадает. А кто розовый, скажите, пожалуйста, я не понимаю. Я розовый, я справа внизу. Олег, ты розовый. Я справа внизу, вот щиты, это щиты, где вот этот шарик, короче, появляется, задание выполнял. И там два вот эти значка нажимаешь на красный. А КамАЗ где был? Гуху, у меня два кофе. Я тоже не понимаю. Один кофе, это я. Я если чё, который этот, с маской. А КамАЗ кто-нибудь видел? Да, КамАЗ не стоял, КамАЗ не стоял. Да. Ахина тогда. Я не видел. Что, Кирилл меня видел, который я ушел вправо вообще. Не видел Кирилла. Сначала в управлении был. И Макса я не видел. Я в управлении сначала был, потом направо ушел в навигацию. Какой провод? Мы справа наверху с тобой пересекались, Толь. Ну, может быть, но типа я мог просто проглядеть. Не знаю, я говорю, я пробежал мимо стола, там Кирилл АФК стоял. Кирилл, ты что, АФКшишь, Кирилл? Я АФК стоял, да, я отходил. А откуда бежал? Блин, ну я, короче, пока не знаю. Управление. Я скип. Ну я тоже за скип, я просто, ну, не знаю, пока... Ребят, у меня такая просьба, если я вдруг умру в следующий заход, то кикните Олега. Чего? А это за что, Толя? Да если я умру, кикните Толю. Понимаю вообще, а за что это вообще? Ну просто, Олег, чтобы ты меня не ёбнул. Хорошо. Не, и чё мне теперь делать? Что это сейчас было такое? То есть, если кто-то убьет Толю, то типа вы понимаете, да? То есть, что это Габелла. Это просто Габелла, реально. И чё, и как мне теперь Толю убить? Скажите, пожалуйста. Так, я стою, выполняю задание, все нормально. Как вообще такое произошло, что два кофе, два трейдера, это как вообще, я не понимаю. Все, я выполнил задание, могу и теперь и побегать, наконец-таки. КамАЗ, фликер, бегаем вместе. Так, здесь у нас задание тоже. Давайте сделаем саботаж, наверное, сейчас кислорода. А у нас свет рубанули. Максим, ну не надо было рубить свет. Так. Что? Понимаю. Пока, Олег. Ну что, серьезно? Олег, стоп! Ну подождите, нет, это не может.
Это не может быть Олег, потому что Олег бегал. Спасибо большое, я снял время. Я видел только, как Ник Кофи скрывался в люк. Стоять, Толя просил, Толя оставил за собой наследие. Он просил перед смертью, чтобы выкинули Олега. Да смотрите, я стоял, задание выполнял! Ой, Толя, а где... кто нашел труп? А, Олег, где ты нашел труп? Я нашел, я не розовый! Но, я... В момент был рядом Кирюха. Подожди, стоп, давайте логически просто разобраться. Я видел розового Кофи, который... Короче, я видел, как никнейм только Кофи прыгал в люк. А какого цвета именно? Нет, это вряд ли. Смотри, стоп, подожди, сейчас мы забежали в электричество с кем? Был я, Фликер, КамАЗ, кто? Еще Андрей там был уже. Я стоял в правом углу, выполнял задание, вот те желтые, вот это розовое, точнее, голубая и что-то еще. Это не может быть Олег, да, он до конца там стоял. Я стоял в углу, выполнял задание, понимаете? Он прямо до самого рекорда стоял. Давайте выгони меня, зашибись просто. Я видел розового Кофи. Макс, где ты нашел труп? Вот где складские вот эти помещения. Где именно? Складские помещения и где именно? Внизу справа, рядом ты там был. Внизу справа. Я не мог никак убить Толю сейчас, понимаете, если бы я был предателем. Ты пробегал мимо, типа, я иду, вижу, типа, смотрю, у меня справа репорт загорается. Такой, типа, не могу. Макс, справа внизу трупа не было. Я тебе клянусь, что я сейчас был. Я тебе бля буду, я его там увидел. Я справа внизу сейчас, где. Ну-ка, что там дальше? Что там рядом есть? Я иду в центре. Я уже настоящего кофе пью случайно. Какие помещения у тебя, где бензин заливать вот в этот бензобак, вот этот ебучий. А вот тут вот я только что пробежал, и там не было трупа. Значит, либо. Справа внизу. Ты его мимо пробежал. Ребят, а у меня вопрос, вот проголосовало 5 человек, за меня сейчас проголосовали, да? Нет. Нино, ты где была? В управлении. А КамАЗ? КамАЗ был слив, КамАЗ но к вам потом бежал, он куда-то вроде пропал. Бы. Ну просто, блядь, КамАЗ как-то странно. При чем здесь, блядь? А я-то при чем реально? Классно! Классно! Это 100% розовый. Классно. Не классно. Было там трупа. Классно! Блядь, я вам говорю, да. Просто вообще, классно! Погнали, починим свет, да, я остался один. Спасибо, Макс, спасибо большое. Нафига надо было делать такой мув? Я не понимаю. Так, давайте сделаем вот так вот. И все. Так, погнали обратно в реактор, Кирюша. Пошли за мной, пошли. Так, стали вот здесь вот, выполнили здесь задание. Все, погнали, короче, в мидблок, будем выполнять задание там. А я не знаю, что мне остается делать, если честно. Блин, жесткая игра на самом деле, типа, не знаю. Но я остался один, просто понимаете, в этом вся и проблема. У нас КамАЗ на камерах стоит. Фликер с Хином бегают вместе, Кирюша тоже бегает как-то с ними, по-моему. Андрей, пошли! Скажите мне, вы это КамАЗ, скорее всего. Вы видели его где-нибудь сейчас? Да. Видел меня. Спасибо, друг. Мы нашли с Андреем труп в хранилище. КамАЗа я видел, вроде. Хим, ты видел КамАЗа? Я Фликера с КамАЗом видел, они были слева сверху. Нет, блядь, Хим, ты его в последние секунды видел сейчас? Потому что нет. Он стоял на реакторе. Да, видел, на О2 он был. Со мной же. Окей, все. Спасибо. Он просто как-то резко исчез, я подумал, что он в люк прыгнул, типа, и... Я просто быстро бегаю. Алло, подождите, ой. Ты замьючен, Андрей, у тебя микрофон выключен. Смотрите, мы нашли труп в хранилище сейчас. Я слышу, как Андрей говорит, но у него выключен микрофон. Андрей, у тебя микрофон выключен. Вот, Олег, мы с тобой не ходили тут никуда, слышишь? Мы с тобой, ходили, мы встретились, но я не видел с тобой трупа нигде. Ну, а как я тогда его зарепортил? Ты бежал за мной, когда был саботаж, ты бежал прямо за мной, ты намеревался меня, походу, ёбнуть. Нет. Да. Ты бежал за... Андрей, смотри. Ты бежал целенаправленно. Нет, смотри, я тебе рассказываю, как это было. Я заполнил канистру с бензином, потому что мне осталось заполнить нижний реактор только бензином. После этого начался саботаж, вот прям во время того, как я заполнял канистру. Я побежал направо, сразу вот там, где мы с тобой пересеклись, чтобы я хотел вверх побежать, просто там починить. Нет, но потом решил, но потом решил побежать вместе с тобой. Нет, чтобы, если что, если что, кого-то убили, чтобы мы были рядом. И все, и мы поднимаемся. Ты хотел меня ёбнуть, Олег. Ты прямо за мной бежал, я очень испугался. Андрей, я уверен в Флике и КамАЗе. Я почему думаю, что это Олег, только из-за того мува, что он сделал со мной сейчас. Андрей, ты гонишь, что ли? Олег, я думаю, не могло бы выбрать два Кофи. И к тому же, я, Олег, не видел с тобой трупа, это бред какой-то, я там а был. А как я тогда зарепортил, скажи, я телепортировался в какой-то другой участок карты, нашел труп и зарепортил его? Нет, ты его зарепортил.
Не я зарепортил, посмотри, пожалуйста. А как это посмотреть? Лев. Я не знаю, я рядом с собой трупа никого не видел, и Олег бежал за мной прямо целенаправленно. Я ему, пацаны, бля, буду, он бежал прямо за мной. Да, я предлагаю заскипнуть тогда, раз у нас пока нету ничего. Нет, я предлагаю проголосовать за тебя. Андрей, я зарепортил труп, ты видишь? Скажи, пожалуйста. Бля, ну... Бля, я вообще не понимаю, что за бред. Отвечаю, пизда вам. Какие-то тупые максимально вкиды вообще. В смысле? Какие вкиды? Ты за мной бежал? Я не бежал, я сказал, почему я бежал с тобой сейчас. Я не за тобой бежал, я бежал с тобой. Ты меня хотел во время саботажа убить. Кто еще не выполнил задание? Я выполнил. Я все выполнил. Я сейчас добежал. Все вместе. У кого не выполнено? У меня не выполнено. У меня мы сейчас все два. Бежим за тобой, у нас осталось, вот там осталось совсем чуть-чуть. Вот, мы бежим сейчас все за тобой, все без исключения, все. И тогда, пошли. В принципе, все, нам до победы осталось немного. Один всех не переебашит. Давайте. Ну это слитая игра, я сразу говорил. Это слитая игра. Не, ну сейчас Кирилл просто выполняет свое задание, типа, и все. И кто был маньяком? Олег, я почти убежала. А кто был вторым? Вторым? Олег? Два кофе? Два кофе? Серьезно? Я не знаю, как это было. Да чё ж это такое? Как это понимать вообще? Чё сегодня за день-то такой, пацаны? Трейдер только так падает и падает. Вот это я понимаю. А стоило, знаете что? А стоило лишь только задонатить в игру, и тогда... Вот реально, я задонатил в игру, купил скины, и мне начал падать предатель. Как? Объясните, пожалуйста, как? Все, листочки. Короче, надо реально с самого начала убивать просто Андрея, типа, и все. Так, давайте вырубаем свет. И убиваем Андрюшу. Где нашли? Где? Где нашли труп? О, нас двоих убили. Где? А это я зарепортил? Угу. А где ты зарепортил? Репорт, блядь! Самый репорт! Нет, я просто не хотел репортить, я подбежал, типа, не увидел труп, потому что света не было, но увидел репорт, подумал, что нужно, ну, посмотреть так вокруг. Так свет уже включился. Так там надо нажать, да, там надо нажать. Не-не-не, я не стал. Ну, я включил свет как раз. В смысле не стал, вот включили свет, я... Да нет, ну я нажал, я просто удивился, потому что я нажал пробел, а не, ну, этот R или что там. Вот. Где? Я так и не понял, где? Труп прям над листьями сверху. Над... Чё? Над листьями? Ну, я снизу в кладовке скидывать листья, вот выше чуть-чуть. А, на мусоропроводе? Меня? Да, чуть выше. Я могу сказать, что это точно не КамАЗ. Потому что я в туалет ходил. Да, потому что ты уснул. А кто, Толик, кто был с тобой? Кто был с тобой? Бля, вообще внимания не обратил, если честно. Кто-то был, но я даже вот не смотрел. Вот это странно, что ты внимания, конечно, не обратил. Это Олег, наверное, было. Ну, да, Кирюха, хайс в него вкидывает, 100% опять вкидываешь, и ты этот плохой, этот предатель, этот импостер. Ты пьяный, что ли? Короче, Леша пьяный, напился. Лёха, лимонадом. Вот вы слышите, как хайпер вообще говорит? Я голосую в Кирилла. Соседи, ты понимаешь? Соседи. Два убийства, это значит кто-то опытный. А, лоб, соседи. Это ты. Это может быть Олег, это может Бля, быть... Бля, пацаны, у меня тоже соседи шумные, заебывают иногда. Странно, но это странно. Может... Хайпер, а ты какие задания выполнял? Я не бежала помню. Вообще вниз. В смысле ты не помнишь, а ты за меня вкидываешь? КамАЗ, то ли это не может быть КамАЗ, потому что он стоял в ХК. Сука, пьянь лимонадная. Ну, умер флик, значит это Нино. Либо Хин. Пьянь лимонадная, как на дно такая. Олег, как дела, Олег? Как дела, Леш? Это Олег, блядь, заебал. Да, давайте. Чем занимался? Расскажи. Стоп, мы с тобой были в навигации. Кто еще был в навигации с нами? Потом, когда а что, мы скипаем? Когда вырубили свет, побежали, по-моему, вниз. Я знаю одно, что у меня в правой части я не еще было. Остался, выполнял задание, потом побежал за вами. И потом... И потом ты репортишь. Толь, можешь выкидывать меня, типа, спокойно вообще? Ну, так я просто спросил, что ты, блядь, сразу паникуешь, Олег? Да я не паникую, просто когда постоянно вот такие вот игры начинаются, где идут просто тупые непонятные вбросы, ну вот за что меня сейчас, вот какой, вот вброс сейчас был в меня, вот за что? Меня вообще никто не видел, понимаете, вообще никто. Соответственно, меня никак не могли сейчас спалить, но при этом я могу быть под подозрением, конечно, да. Проверочка на всякий случай, проверочка. Так, все живы. Ну давай, Лех, я ладно побегу налево, так уж и быть, оставлю себя там одного. Ну Кирилл стоял на камерах, это я видел. Кирилл стоял на камерах, так что типа все окей. Так, а тут у нас что?
Давайте свет вырубим. Кто-то прибежит у нас? Пожалуйста, только один кто-нибудь прибежите. Я вас прошу, прибегите. Ой! Все, я спалился. Вот не надо сейчас, Олег, вот сейчас не надо. Нет, стоп. Я, короче, не Я не видел, я просто увидел труп и зарепортил. Где труп? Я сейчас стоял на камерах. Смотрите, труп прямо на входе в блок со светом. Короче, Макс красный у меня до конца игры теперь. Это хуёво или плохо, красный? Это хорошо. Это хуёво или плохо? А чем это отличается, Макс? Это значит мирный. Я не верю в такие совпадения, поскольку первым убили Андрея, но... Андрей всегда топил против Олега во всех предыдущих катках. Так. И, скорее всего, Андрей бомбанул, ему дали возможность, блядь, засунуть ему перо под ребро, блядь, и он решил первого Андрюху кокнуть. А кто видел Нину Ай? Я не могу быть три раза подряд предателем. Хина, ты где был? Я в навигации. Олег, нахуй. Тихо, подождите, а где Хина? Я в навигации. Навигация со мной хайпер был. Самая правая, которая навигация. Пункта, да, да. С кем? Смотри, Толь. Толя. Ребят, с кем я был в навигации? Это Олег. Почему, Толь, еще раз, Толя, стой, дайте можно сказать, пожалуйста, смотрите, я видел Кирилла на камерах, Кирилл меня тоже видел, когда отключили свет, я побежал вниз, мы пересекаемся с КамАЗом и видим труп, и как это могу быть я, скажи, пожалуйста. Потому что Кирилл возвращался обратно, а КамАЗ лежал в щитке. Куда я обращал? КамАЗ ты видел? Я видел труп. Я подбегаю к трупу снизу вверх к щиткам. И подбегает в этот момент Олег. Либо это КамАЗ разъебывает. Пацаны, единственное... Подожди, стоп. Я в туалет ходил, я не трейдер. Единственного, кого я видел подозрительного, это был Хин и Нино. Но Нино нету, значит, она не маньяк. Я видел Хина. Не, ну если Хин с Хайпером, бегал стояли один. Вправо, Хайпер, если они окрасняют друг друга. Ты меня видел? Пацаны, я вам, бля, буду... Дайте объясню. Макс, пожалуйста. Олега, нахуй, это Олег. А почему? Вы прикалываетесь? Я не понимаю, но, ребят, я реально не понимаю. Я буду так играть сейчас, я реально выйду, ну типа, что за бред? Это тупо максимально. Да почему тупо-то, Олег? Блять, за тебя. Если вам КамАЗ говорит, что меня не видели. Точнее, что типа он видел, как я подбежал с другой стороны. Какого фига вообще? Я типа просто не понимаю, меня бесит вот эти тупые вкиды, просто максимально не относящиеся к игре. Кирилл! Кирилл, блядь, Кирилл! Олег, я говорил нахуй, вы, блядь, чё меня не слушаете, он прям при мне ёбнул, блядь, а Кирилл не зарепортил, второй Кирилл нахуй. Андрей Кирюх. Не. Макс, ты ёбнулся? Макс, игра подожди. Макс, подожди. Кирюха на камерах в этот момент стоял. Он подходил в этот момент к камерам. Если ты не заметил, он подходил в этот момент к камерам. Это Макс, Олег, ты Кирилл, слишком блядь, громко кричишь, мне кажется. Какой камере, погоди. Каким камерам? Кто на камерах стоял? Я на камерах стоял. Я на камерах сейчас стоял. Там не было розового. Я там был. Я загружались с камерой был. Какой-то еще. Олег, это там очень Олег тупо было. Был. Очень тупо. Так, а теперь можно спросить, кто меня в прошлом раунде видел в навигации? Хуй знает, может я. Понятно. Одного мы кикнули. Ну, Кирилл, зачем надо было вставать на камеры? Зачем? Ну я на самом деле тоже поторопился немножко. Это была наша катка! Один килл еще оставался, и все! Все. Опа! Вопросов нет, Кирилл. В смысле, Хайпер? Каких вопросов? Я с Кином стояли сейчас на камере, КамАЗ был... А, погодите. Подожди, Хайпер, с кем ты стоял на камерах? Смотри, Хин. Я на камерах, но у меня лагнуло все, я не проголосую. Подожди, Хин, дай договорюсь, сейчас никто не перебивает. Хин, Варпач, Кирюх, не перебивай, реально, все уже. КамАЗ был со мной в столовой. Изначально. И что? Ты на встречу, когда я побежал в электричество, ты побежал на камерах. Подожди. А как ты на камерах с Хином? Ты меня пробегал, дурачок. Я только что увидел труп, камон, ты что начинаешь-то на меня гнать? Где ты его увидел? Труп увидел. Какой я столовой, нихуя не был. Во! В смысле? Вот, я был сейчас там, где канистру наливают в верхней части. Кто-то видел по камерам, внизу бегал Варпач. Канистру набираешь, ты где? Вот Хин смотрел по камерам. Хин, ты видел Хайпера вообще, нет? На камерах? Нет. Так а почему Хайпер кстати, это пиздит сидит? Я не был вообще в столовой. Хайпер, это Хайпер.
Слишком много подозрений, Хайпер. Это реально бред. Ну, типа, ты, не, ну, погоди, погоди. Погоди, он забегал ко мне. Он забегал ко мне по камере. Он сказал, что он сейчас стоял и на камерах смотрел. Он с тобой был сейчас, ну, на камерах? Ну да, он забежал ко мне и стоял, смотрел на камерах. А так, я подожди, смотрел его почта. Ты сказал, что только что, что он не был на камерах. А КамАЗ сказал, что не был где там, в столовой или что, и Хайпер вбросы просто делает. Я после двери стоял, ты видел меня? Он снизу ко мне забежал. Да, я видел. Да, я стоял сверху. Хайпер, это 100% ты. Херню какую-то гонишь вообще. Кин, у тебя последний голос остался. Вот, ну, Хайпер снизу ко мне забежал. Ты подумай хорошо. А я не могу, у меня лагануло, у меня нет менюшки с голосами, парни. А, и как тогда? Ну, бля... Сейчас он вырезать нас будет, пока из голосования нам идет. Надо типа по 18 секунд ждать? А кого? Что? Кирюха! Победили, нет? Кирюха, красава! Кирюха, ну, красава! Давай! Посмотрим. Кирилл, давай! Чтобы вы понимали, я вспомнился на камерах. Кирилл, давай! Угу. Кирилл, саботаж делай! Саботаж! 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 Сейчас сделаем саботаж. Сейчас Боже, сделаем. Если бы не соседи, сделаем. Я бы объяснил сделаем. Нормально. Сделаем. И так нормально объяснил. Сделали саботаж! Я закрою дверь! Я закрыл! Кирилл, убивай! Кирилл! А что это такое? Алло. Ну давайте решать, пока трейдер не убил кого-то из нас и не победил. Согласен, надо решать. Я сейчас активировал кнопку. Нет, саботажа. Я активировал кнопку. А, саботажа? Ладно, я тоже. Саботажа, да. Саботажа я внизу верхнюю. Ко мне прибежал сейчас Хин. Я. И да. Ты очень долго не бежал. А чё тебе с камер вообще бежал? Игре? Я сразу на камерах-то спавнился. Я не возле кнопки был, если ты заметил. Я же говорю, у меня лагануло. Да. Я, кстати, не обратил на это внимание, но я слышал то, что ты сказал, что ты на камерах заспавнился. Я кидаю монетку, короче, не гонись, пацаны. А я вообще не знаю. Но если КамАЗ ты активировал сверху, саботаж убрал, я снизу стоял, убирал саботаж, а Хин только прибежал. А, КамАЗ. КамАЗ не выполнил. О, КамАЗ, все, мирно КамАЗ. Победили. КамАЗ, ты я почему понял. Такая руина, не, КамАЗ? Кирилл, ты выиграл! Руинил КамАЗ! Хорош! Хорош, Кирилл! Хорош! Хорош! КамАЗ, что с тобой не так? Хорош, Кирилл! Когда при первой катке... Во-первых, я хочу сказать, хорошая работа, Олег, потому что Олег настолько правдоподобно пиздел, что я, блядь... Короче, я в первом раунде все идеально посчитал. То есть у нас все ходили по 2-3 человека, либо я кого-то видел. И по остатку стопудово железно оставался только Олег, которого никто не видел толком и который убивал. Но когда он мне вкинул, что я больше так не могу играть, и типа вся хуйня, я начал сомневаться, понимаешь? Какая ты сучка, Олег, блядь. КамАЗ, объясни, пожалуйста, как. Мы могли выиграть раньше, если бы даблкил сделали, если бы ты на камеры не встал. Пиздец, Леша все разложил, блядь, ну КамАЗ нахуй душил каждый аргумент, блядь. Меня Олег убил при КамАЗе, он КамАЗ. Да, просто. КамАЗ, ты должен был видеть даже это. Даже я видел это убийство, Просто Олег убивает и говорит, что он забегал в это время, КамАЗ, что? Ну что ж, друзья, вот такой вот видосик у нас сегодня получился. Я надеюсь, он вам понравился. Вы, как всегда, поставили лайк, подписались на все наши каналы. Все полезные ссылочки находятся в описании под этим роликом. Всем до скорой встречи, друзья, и всем пока-пока.